Приветствуем участников третьего этапа всеукраинского гран-при «Атака». Желаем всем спортсменам удачи, бескомпромиссных поединков и ярких побед на Даянге. Сегодня мы проводим третий этап всеукраинского гран-при «Атака». Это последний предварительный этап перед финалом, на котором будут разыграны денежные призы среди лучших спортсменов. На сегодня около 400 спортсменов со всех уголков Украины у нас собралось. Есть очень много хороших спортсменов. Как обычно, у нас по традиции хорошие призы, кубки, медали. Вот ребята едут к нам с удовольствием. Ну, от себя хочу пожелать спортсменам удачи. И всех рады будем видеть на финальном этапе, который состоится в декабре этого года. Гран-при «Атака», как всегда, старается создать лучшие условия для выступления спортсменов, для секундирования тренеров, для работы судей. К сожалению, к большому, сегодня не присутствуют на нашем турнире сильнейшие юниоры Украины, так как они задействованы все на учебно-тренировочных сборах «Конча Заспи» и являются на сегодняшний день спарринг-партнерами Александру Дзюбе, который вот буквально на днях уезжает на молодежные Олимпийские игры в Аргентину. И, пользуясь случаем, хотим Саше передать привет от всего нашего коллектива, от всей судейской бригады, от всего тренерского состава. Я знаю, многие спортсмены переживают. Хотим пожелать Саше удачи, выступления, как можно сказать, самого наилучшего. И обязательно возвращаться с победой. И только с победой. Хороший турнир «Атака» – это действительно достойные соревнования среди всех соревнований. Такое, ну, высшего класса. Много участвую, почти ни одно соревнование по «Атаке» не пропускаю. Нравится проведение соревнований, комплексы соревнований, где проводятся. Мне есть чем сравнивать эти соревнования, потому что я неоднократно выступал на чемпионате Европы, один раз чемпионат мира. И просто за границей ездил на соревнования. Этот год для меня сложился достаточно удачно. Много медалей принес этот год. Хочу поблагодарить организаторов этого турнира, в частности своего тренера Руслана Владимировича Дворниченко. Он отыграл большую роль в моей подготовке, в моих выигрышах. Мне нравится выступать на турнире «Атака», так как этот турнир для меня очень важен. Этот турнир организовал мой тренер Долгополов Андрей Васильевич. Для меня это очень важно, потому что еще подготовка для чемпионата Украины, который будет уже скоро. Также я очень люблю заниматься этим спортом. Я хочу достигнуть очень хороших, высоких результатов. Я очень надеюсь, что в будущем я получу черный пояс и стану олимпийским чемпионом. Наша команда – спортивний клуб школи олімпійського тегвондо «Фаворит», місто Гурдок Львівської області. Ну, ми вже завжди приймаємо участь у серії гран-при турнірів «Атака», ще коли це навіть не був серія турнірів. Ми почали її завжди з захопленням сюди приїжджаємо, тільки через те, що кожного разу рівень росте. За це дуже вдячні ми організаторам турніру, учасники турніру завжди на високому рівні. Хочеться також замітити, що по календарю дуже все вдало. Кожна серія «Атаки» є контрольним турніром перед серйозними стартами, таких чемпіонати України, чемпіонати України серед дівчат і міжнародні старти. Дуже радий, що фінальна гран-при «Атака» також отримає статус міжнародного, де можуть наші спортсмени обмінятися досвідом не тільки з нашими, а й з закордонними спортсменами. Велика вдячність старшому тренеру Андрію Васильовичу Долгополову за те, що організовує такі турніри. Зараз, звичайно, він готує спортсмена до Олімпіади, в чому ми йому бажаємо успіхів, тільки золота, ми за нього будемо тримати кулаки.